Здравствуйте, меня зовут Юля. Приглашаем вас посмотреть это видео. Я работаю в Аншенской аналоговой технологии, несу ответственность на российский рынок. Мы самостоятельно исследуем и производим TEC-контроллер, TEC-охладители, раздельный драйвер, индуктор-комплекты, светоочные связанные продукты и так далее. Продукция в основе используется в отрасли водоэлектричества. Теперь я покажу вам продукцию. Смотрите, пожалуйста. Теперь я представлю вам термоэлектрических модулей номер ATE-1288. Термоэлектрических охладителей производится из полупроводникового материала берилия. Можно нагреть или охладить предмет до изменения направления тока. Он имеет высокий диапазон температуры от минус 60 до выше 85 градусов. У нас есть два вида охладителей – герметический и негерметический. Герметический характеризуется водоизоляцией и беззащитой, а негерметический характеризуется хорошей теплоотдачей и высшей эффективностью. Мы производим полные модели термоэлектрических охладителей и испытываем на каждый продукт перед вывозом с завода. Если вас интересует наша продукция, перейдите к нашему сайту, пожалуйста. У нас есть два сайта. Первый www.analogtechnologies.com.au. Второй www.analogti.com. Вам тоже позвонить мне в любое время. 86-180-4533-7355. До свидания!